чё, здорово, технически отлично. И вообще, вот мне понравилось форте, когда ты как бы заводишься от самой техники. Скажи, пожалуйста, а вот ты знаешь, ну вот эти же листа, этюды, они все это как картины, да? Этюд картина Рахманинова. Это картина ясно какая, да? А что там происходит? Что за метель такая? Есть хорошая очень цитата из Бузони, он сказал. Он же гениально играл листом. Листы бахнули. Не знаешь? Но о чем эта метель? Что это снежок, это рождественские или это Пушкина? Метель тоже есть у него. Там другое, там, где люди теряются, находят свою судьбу. А что это за метель здесь? Она добрая, злая, какая? Но это трагичное сочинение, да? Или как? Вот Бузони сказал, что это метель, которая засыпает людей, погребает, понимаешь? Она страшная метель. И вот эти все раскаты. Тут нужно, как ни странно, тебе не в рояле дело даже, а в том, ты должна вспомнить или представить себе вот самое страшное, что у тебя в жизни, у тебя или у твоих близких было, чего мы больше всего боимся, понимаешь? Вот это самое страшное и надо изобразить здесь. И дойти в этом до крайности. Там есть место, где есть кульминация, ты знаешь, где это. Та-та-та-та-там, бам! В этом месте. Просто выйти из себя, понимаешь? Это ни в коем случае нельзя играть расчетливо. Это надо с самого начала, опять же, если говорить о красках, она, не надо играть ее метрично. Она должна быть вся рубата. И там эта тема довольно простая. Но у тебя вот есть тр-др-др-др-др-др-др-др-др, а темы нету. Вот ты можешь, во-первых, она начинается не с сильной доли. Это всегда знак чего-то такого. Не на тара. Послушай, сейчас буду останавливаться. Это лучше гораздо. Но у тебя немножко такая. Я сидела в саду, я смотрела на вас. Кстати, похоже, какой-то роман. А это подожди, пожалуйста. Молодец, рвешься, скорее, скорее играть. Подожди, вот ты улыбаешься, должно у тебя быть ужас. Вот Борис Моисеевич очень советовал, когда играешь серьезное сочинение, нахмуриться и собрать прежде всего лицо. Он говорил, когда человек счастлив, по-моему, это Леонардо да Винчи, он распрямляет лицо, раскрывает. А когда он собран, он скажет, надо прежде всего, это такой дурно. Знаешь, что? Yes. Ой, барин, может, повернем лошадку? Знаешь, кончится. Но в оркестре нет такого инструмента, чтобы сыграть тему. Поэтому оркестр всегда воображаем. А, вот ключи, интонации эти. Вот это простая тема очень, а как ее сыграть? Thank you.
сцена на Чудском озере. Александр Дмитриевич смотрела? Зачисление смотрела? Гениально. Thank you.
сном. Как же и не лично. Thank you.
впервые появились. Сидите, понимаете?
КВ хороший, но к тому времени уже почти не осталось.